Всем приветики, с вами снова я, и сегодня у меня видео с покупочками канцелярии. Одна раскраска антистресс, которую я покупала в магазине Магнит, и одна посылочка, которую я заказывала из Китая. Ну, как одна, вернее, две. У меня есть еще одна посылочка, ее я показывала в видео с рукодельными покупочками, но почему-то потом меня осенило, я подумала, что, возможно, это больше канцелярская, чем рукодельная, потому что это дырокол, как бы бумага, всякое такое, и поэтому, думаю, покажу вам здесь еще раз, потому что вдруг кто-то не смотрит то видео, продублирую. Этот дырокол я заказывала за 52 рубля и пришел он мне где-то, наверное, за 2 месяца. Я уже даже точно и не помню. Но в том видео я тестировала, показывала, что он хорошо дырявит. В принципе, отличный дырокол. Я уже им пользовалась. Мне очень нравится. Его можно использовать и как дырокол продырявливать, и можно как вырезатель, как бы, который делает сердечки. Вот. Долго на нем останавливаться больше не буду, потому что, в принципе, я уже его показывала и даже показывала, как он работает. Если вам интересно, можете посмотреть видео с рукодельными покупками. Ссылочку оставлю в описании. Следующее, что я хочу вам показать, это раскраска антистресс Art Yoga. Я недавно обнаружила, что в магазине Магнит их продают, и поэтому теперь, когда закажу, регулярно смотрю, чтобы не пропустить новый журнал. Этот у меня февраль-март, номер 1, и, в принципе, вот он. Больше ничего пока про него сказать не могу. Ждите отдельного обзора. Я уже говорила неоднократно, что на каждую раскраску антистресс буду делать обзор, покажу отдельно. Хотелось бы более подробно остановиться на моей посылочке из Китая. Сегодня у меня тут довольно-таки много. Ну как много? Товар однотипный, но по количеству много. Тут у меня декоративные скотчи. Покупала я их за 177 рублей. И пришли они мне где-то за 1,5 месяца. Мне кажется, вообще это очень-очень выгодно. Потому что если учесть, что здесь 30 штук. И стоят они 177 рублей. Это вообще ни о чем. Потому что я даже покупала в фикс прайс. Я думала, что там дешевле. И там 4 скотча стоили 50 рублей. Все скотчи распаковывать не буду. Клеить тоже их не буду. Просто покажу цвета, которые пришли. Я уже даже не помню. Продавец, по-моему, отправляет рандомно цвета. То есть самим выбрать их невозможно. Кому какой попадется. Я смотрю, даже мне несколько попались одинаковых. Даже почему несколько? Вот они идут. Вот. 9 штук одинаковых. Даже не 9, 10. Здесь тоже такой же есть. Ну, в принципе, ничего страшного. Если учесть, что тут намотка не такая большая, я думаю, я их использую. Если что, передарю. Я думаю, просто у продавца они уже в комплекте по 10 штук. Там можно купить, кстати, не только 30, а можно 10 купить, по-моему, 20. Я уже и не помню. Заказывала, потому что давно, и как бы ничего не могу сказать. Вот такие скотчики. Развернула. Клеится очень хорошо. Надеюсь, я сейчас раскрасочку не попорчу. Да, приклеивается очень хорошо. Боюсь раскраску даже испортить. Что хочу сказать, качеством скотчей я довольна. Единственное, не понимаю, зачем я их заказала. Потому что тогда у меня была какая-то задумка. Сейчас я уже о ней не помню. Ну, возможно, эту задумку я вспомню. Вообще, конечно, надо записывать то, о чем думаешь. Иначе получается, как у меня. На этом у меня все, что хотела сегодня показать. Спасибо за внимание. Если вам было интересно, поставьте пальчик вверх. Подпишитесь на мой канал. Всех целую. Пока-пока.